Так, вот разобрали ваш насос, чтобы поменять вал и смотрите, что внутри. Сейчас мастер расскажет вам. Все, мы еще Так, сюда. Вот качающий блок его погрызло. Вот это от шайбы стальной. В таком состоянии шайба. Ее от металла погрызло полностью. То есть и повело, и погрызло. Она уже вот такая, как чаша. Вот, два сервоуправления. Тут уже все село по уплотнению. Здесь дело в том, что хороший блок. Тут практически нету на бронзе задиров. Поршня тоже нормальная. Люфтов нету, да? Люфтов нету. Люльку погрызла вот с этой стороны. Сейчас все пойдем по порядку. Вот полоски. Здесь силовая линия. То есть сколько 450, допустим, на выпуске дает, вот на блоке, то и сюда поджимные идут то же самое на уплотнение. И оно вот пробито сюда и сюда. Когда в наклоне, вот оно начинает проливать. Либо один, либо второй. Ну, то есть либо вперед, либо назад. Поршня нормальные, но люлька подратая. Ну, вал то само собой, то, что шлицевую убило. Шайба. Понятно по шайбе. Так, фонарик. По крышке. Где лежит шайба. Она отбивала и проливала. Вот. Вот здесь, вот видно. Должно быть все ровненькое. Ну, допустим, вот как вот здесь поверхность. А здесь уже пробитое оно все. То есть, ну, это можно шлифануть, то есть выровнять. Но дело в другом. Вот два сервопоршня. Вот они с задирами. И вот это. То есть уже есть пролив. Тут вообще видно хорошо задира. Да оно и тут оно. То есть, возможно, вот эта задняя часть, что назад меньше он ездил. А это передняя, потому что, ну, давление там тоже высокое. И вот вкладыши, где стоит вот эта люлька. Покажи. Вот эта люлька стоит на постели вот здесь. И вот такие постели. Все тоже в задирах. Задирах. А должно быть вот такая. Это вот тоже с линды, но просто другая модель. Как бы есть разница. Вот этого вкладыша и тех. То есть однозначно надо менять вкладыши, люльку. Блок можно шлифануть. Ну, а шайбу уже не спасти, ее сильно хорошо грызануло. И вероятность того, что с мотором такая же самая беда будет. Если металл был здесь, вот здесь, ну, крышку тоже надо либо втулить новые кольца ставить, хайнговать, либо полностью крышку под замену, потому что очень тяжко их будет достать. Это придется вырезать, и ну, куча гемора будет. Ну, а вал шпонку, то не проблема, ну, да, то как уже бы сделать. Это... Да. Вал здесь шлицевые. Ну, здесь нормально, то есть. Не, а мы никаких другой под конус. Не, ну это ж конус здесь будет. Uh-huh.